Ребят, всем привет! И сегодня у меня небольшой видеообзор моего нового приобретения, а точнее сказать, моих новых приобретений. А это мебель, подставки под мое оборудование. Сейчас мы с вами вскроем коробочки, соберем подставки, пробежимся по их техническим характеристикам, и я покажу вам, для каких своих станков, для какого своего оборудования я приобрел эти подставки. А приобретал я их у компании Harvey Rus. Помимо различного инструмента и оборудования, у них также есть различные подставки под оборудование. И вот 4 подставочки я себе приобрел. Так что, кому интересно, не переключайтесь. Вскрываем коробки и собираем. Поехали! Шикарный просто стол, просто супер. Ну а сборку я начну вот с этого вот самого шикарного столика. Мобильная тележка практически готова, осталось прикрутить столешницу. Ну а прежде чем я прикручу столешницу, нужно всю конструкцию протянуть. Осталось накрутить гайки и затянуть столешницу, что сейчас я и сделаю. Ну и все, хорошенечко затянуть, протянуть. Ну все, друзья, мобильную тележку мы собрали. Переходим к сборке остальных 3 подставок. Так как они идентичны, в видео я произведу сборку одной подставки, а потом уже вам покажу готовый вариант. Так, ну вот, подставка готова, осталось протянуть. Я, наверное, соберу сейчас все вне кадра, а потом уже в кадре все протяну. И потом мы уже пробежимся по их техническим характеристикам. И на некоторые из подставок я сразу же установлю свои станочки. Помимо мобильной тележки, 3 подставочки я собрал. Осталось все 3 подставки протянуть. Протягиваем.
Так, ну всю мебель я собрал, все протянул. Сейчас мы пробежимся с вами по их техническим характеристикам, а конкретнее по их размерам. Начнем с мобильной тележки. Высота 720 мм, длина 600 мм, ширина 520 мм. Обратите внимание, как хорошо, что есть полка. Все три подставки открытого типа. Начнем с первой. Высота от пола 670 мм. Площадка. Длина 470 мм. Ширина 310 мм. Вторая подставка. Высота 700 мм. Площадка. Длина 410 мм. Ширина 320 мм. Третья открытая подставка. Высота 470 мм. Площадка. Длина 450 мм. Ширина 400 мм. На мобильную тележку, на мобильный столик, станки я ставить никакие не буду. На этом столике, например, я собирал вот эти вот самые открытые подставки. Вообще на нем что-то собирать очень удобно. Также его можно использовать в обслуживании своего автомобиля. Подкатил к автомобилю, снял что-то по мелочи, например, стартер или генератор. Разобрал, отремонтировал, и все это можно сделать на этой мобильной тележке, на этом мобильном столике. Поэтому станок на него я ставить не буду. А вот на открытые подставки сейчас я установлю несколько своих станочков. И вы увидите, для чего я это все приобрел. Ну вот, друзья, два ленточно-пильных станка по металлу и гриндер я установил на подставке. И не надо что-то выдумывать. Покупать профильную трубу, варить, красить выйдет намного дороже. Дешевле купить у Harvey Russ. У них помимо станков и оборудования, также под эти станки вот есть вот такие вот подставки. И не только под эти станки, под свой станок по металлу можно подобрать подставку. Хоть по металлу, хоть по дереву. И также с мобильной тележкой. Дешевле купить, чем сделать самому. Поэтому я и приобрел всю вот эту мебель под свои станочки у компании Harvey Russ. Так что, друзья, кого интересует подставочка под свой станок или же мобильная тележка, просто забейте в интернете Harvey Russ. А на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. Всем пока!